концерт, гуляния и полевая кухня будут варить уху и обязательно гагаринский напиток. Завтра День студента праздник отметят в ПГУ. Начнут в 9 утра с молебна в храме у Госуниверситета. Там по традиции вспоминают святую Татьяну. Сразу после праздничные гуляния и угощения для всех. И будем угощать студентов и гостей ухой. То есть уху мы готовим возле храма на улице. И по окончании службы все желающие смогут попробовать уху и попробовать наш фирменный университетский напиток гагаринский. Это самый ожидаемый праздник наших студентов. И, безусловно, молодежь наша любит повеселиться, любит интересно провести время. Поэтому я думаю, что будет интересно всем. И нашим студентам, и сотрудникам, и гостям. Будет и праздничный каравай, а еще конкурсы, танцы и песни. Выступит студенческий ансамбль, назовут имена лучших спортсменов прошлого года и вручат кубки первокурсникам.